Мыслить нестандартно научит сегодня казанских детей и их родителей консультант по теории решения изобретательских задач Анатолий Гин. Он уверен, сознание школьников можно перевернуть. Как это сделать, он рассказал накануне педагогам 39-й школы. На детских, казалось бы, задачах, к примеру, зачем ежику яблоко, он предложил им самим поучиться размышлять креативно. Основная цель, по мнению эксперта, не давать ученикам готовую информацию, а вынуждать их анализировать и самим искать правильные ответы на вопросы.